Продолжать межпарламентский диалог на уровне спикеров и способствовать работе казахстанско-эмиратских групп по сотрудничеству договорились во время встречи председатель Сената Касым-Жомарт Токаев с главой Федерального национального меджилиса Арабских Эмиратов Амаль Абдалла Аль-Кубейси. Токаев проинформировал гостю о деятельности казахстанского парламента и законодательном обеспечении 5 институциональных реформ президента Нурсултана Назарбаева, а также выразил признательность коллеге за участие в международной конференции «Религии против терроризма». Мероприятие запланировано на завтра. В Астану приедут парламентарии, религиозные деятели и руководители международных организаций. Спикер парламента ОАЭ подчеркнула чрезвычайную востребованность конференции, поскольку необходимо дать совместный отпор идеологии экстремизма, очерняющей религию, и разъяснить миролюбивые основы ислама.